Так, друзья, всем доброе время суток. Сегодня у нас 1 сентября. И вышел я пособирать грибочки. Взял с собой байку. Пока походил, видел одного рябчика. По дороге видел рыжую лису. Крупную рыжую лису. Ну а с грибочками что-то как-то совсем не очень. Вот нашел. Желтый грусть. Еще стоят. Красивенькие такие, конечно. Где-то еще видел. Пока не вижу что-то. Ну ладно, друзья. Там походил по угорчикам, грибов не было. Сейчас решил в такое более зеленое, мокрое место зайти, посмотреть тут. Сейчас поглядим тут. Ребята, грибов у нас нифига нет. Нашел таких три позорных Ивана. Но зато черники у нас просто тьма. Везде, куда ни пойди, черники пипец. Также я перед этим был в Карелии, тоже куда ни зайди в лес, все черное кругом. Местами жалко ходить, мять ягод. Все черное. Ну, конечно, я близко от города, птичек почему-то. Слышал одного рябчика, три раза он от меня перелетел, и так я его даже не увидел. Здесь их нету, потому что здесь ходит много людей. А вот брусники нифига нет. Целая поляна черника и черный. Такие места, рубки ухода походу старые. Должны быть брусника. Должны быть рябчики. Пока нет ни тех, ни других. Но тут стали попадаться хотя бы перестойные красноголовики. Где доходили до этого, там вообще никаких не было. Самец, конечно. Ну так, относительно погрызены. А это вот ребята у нас стоят. Походу уже лисички, грибы называются. Похоже на лисы, но эти уже старенькие, поэтому белые. А так они желтые. Я выходил до этого, в первый раз заходили в лес. Я чуть-чуть несколько лисичек нашел. Нашел три семейки. Взял с каждой по чуть-чуть. По горсточке. Совсем кто-то съел красноголовика. Возможно, белки. Тут еще два перестойных. Свежих почему-то вообще нифига нет. Угу, какой там ручей. Каменный. О, перестойный. Что ж вы так рано наросли?
ни одного замечательного лиса. Какое горище. Вот куда я зашел. Офигеть. Какие-то непонятные поганки такие растут. Может, даже это, конечно, какие-то и грибы. Что-то похоже на свинуры. Свинуры, бычки, как их там еще называют. Вот их прямо много. Но для меня это не грибы. Здесь, смотрите, какой березовый кап нарос. Здоровый. Умельцы бы много чего из него могли сделать. Те, кто занимается резьбой. Ну, грибов больше не стало у меня. Но поиски не прекращаем. Вареничек. Так, ребята, наконец-то я его нашел. Вот этот красавчик. Вот такой красненький. Тут его стоит его братик. Чуть поболее. Тоже очень красивенький. В общем, два таких красотульки наконец-то мне попались. Даром, говорят, кто ищет, тот находит. Попались практически в открытом месте, на старом волоке тоже каком-то. Волок это, по которому когда-то в свое время люди таскали лес. Ну, походу, это все здесь. Буду искать дальше. Что найду, обязательно покажу. Так, ребята, фортуна мне улыбнулась. Нашел красноголовичка одного тут. И таких еще 5 штучек красавчиков. Все кучки. Это еще такой маленький один, да, за листиком прячется. В общем, вот так все ближе к хорошей добротной грибовнице. Али картошечка с грибами и с луков. Ищу дальше. В общем, опять какая-то целое стадо непонятных поганок. Ну и один опять вот такой у меня красавчик вырос. До этого нашел еще пару мелких, но исключаться не стал. Вот такой. В общем, я еще на шаг ближе картошечки с грибами. Почему-то выпадается прямо на таких открытых местах. Их очень плохо видно. Наверное, в лесу все-таки еще сухо для них. Лето было жарко. В лес у нас разрешили ходить только со вчерашнего числа. Но сегодня 1 сентября.
как угрожали штрафами по 40 тысяч рублей. Ну, я ездил на открытие охоты. Людей это совсем не останавливает. Я был не в лесу, а на лугу, кстати. А машин в лесу было просто тьма. Наверное, не знаю, так сухо везде или только у нас. Архангельская область, вблизи Архангельского города. Приморский район. О, какой красавец. Ребята, это уже пол грибовницы на раз. Ну ладненько. Наверное, отключусь. Пока будет что интересное, включусь снова. О, еще один. Ну все. Теперь я точно с грибовницей. Опять такой хороший, голенький. Такой красавчик. Тут же стоит перестойный один. У меня уже почти пол ведра. О, тут еще больше перестойный. Сейчас здоровенный грибан. И еще вот такой красавец рядом. Ну все. А я после первого захода уже начал было думать, что закончится все печально с этой грибалкой. Так, о, еще один красавчик, как ты вырос тут. Вот такой это. В общем, встал я на какую-то правильную дорогу, и грибы у меня поперли. Ну, в общем, ладно, ребята, пока все-таки отключусь. В общем, ребята, я узнал, что это эти поганки, которые растут целыми семьями, целыми огромными полянами. Это свинуры, солящие грибы. Это они такие маленькие, красивые, плотненькие, обычно червивые, но эти почему-то хорошенькие. Вот такие они. Ну, я пришел не за солящими грибами. Здесь, кстати, очень много стало. Целыми громаднейшими семьями. Просто пипец. У меня тут маленьких только можно выбирать ведро. И еще и крупных тоже ведро. Ну, пока я помню, крупные не собирают их. Тут волнушка красная, прямо вместе с ними растет. Но у меня тут все прибывает потихоньку. Сейчас по этому волоку выйду до машины. Ну все, эти свинуры стоят. Ну, машиной решил, наверное, заедем еще куда-нибудь добить ведерко. Так, ребята, нашел я вот этого красавца. Не мог его не снять. Кладезь лосиных витаминов. Всего один сегодня попался. Ну, брать его не буду, пусть растет. Вдруг кому-то пригодится. Говорят, из них делают какие-то настойки, мажут суставы, настаивают на водке или на спирте. Мажут суставы на ногах, руках, у кого болят, у взрослых людей. Главное, это потом нечаянно не бахнуть.
Так. Так вот нашел опять издалека один грибок. На чистом месте пришел. Тут стоит еще один такой красавчик. Чуть дальше. Еще один. Такой красавчик. Это же, правда, не особо красивый. Чуть дальше еще красавчик. Вот такой. В общем, ребята, собирать надо как грузди. Увидел один, блин. Ползай на коленях. Чтоб увидеть еще. Так, этого чуть не забыли. Маленького красавчика. Вот такого последний красавчик. У меня уже пол ведра точно. Двигаюсь к выходу все потихоньку. Растут вот таких. Здесь, правда, осинник. Поднялся ветер, так сильно шумят. О, что творится. О, еще один маленький красавчик. Так совсем не видно их нифига. Вроде сделал кружок, специально внимательно посмотрел. Они все стоят, прячутся. Ладно, двигаюсь дальше. Ну что, ребята, заканчивается моя грибалочка, моя тихая охота. Вот такой натюрмортик тут положен. И тут еще почти ведро. Ну, то есть в целом ведро будет. И мне этого достаточно. Насобирал. Собирал черники, кустик детишкам. Сегодня у них 1 сентября. Передаст им зайчик чернички. А то дочь спросила уже, когда в прошлый раз вернулся с охоты, почему заяц ничего не передал. А раньше передавал что-то стабильно. Какие-то вкусности и сладости. А в этот раз случайно получилось, что заяц передал зайца. Это уже совсем другая история. Все, всем пока-пока. Смотрите другие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи в угодьях.